Пластика, да. Вот они и выросли сейчас, да. На игрок Вейк вышел в 96-м году в этот день. Есть у нас нет? Ну и в 83-м году родился Кирилл Толмацкий. Кто ты? Кто ты? Это наш любимый. Мы каждому новости. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Украина обвиняет Россию в экспорте голода, пытаются переложить ответственность на военно-здоровую. Об этом говорится иностранных дел России Сергей Лавров для африканских СМИ. Она опубликована на сайте МИДа в преддверии иностранного континента. Министр напомнил, что еще во время кризиса, вызванного пандемией, коллективный Запад, используя механизм борьбы, оттянул на себя товарные и продовольственные контракты. Именно тогда начала складываться тяжелая ситуация на рынке. Западные санкции, введенные против России в последнем сайте, дополнительно обострили негативные тенденции, констатировал Лавров. Развитие всесторонней партнерства остается в числе важных приоритетов внешней политики России, отметил также в своей статье Лавров. Масштабы африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее. Украинские войска этим утром продолжили обстрелы Донецкой Народной Республики. Менее час назад под ударом оказался Петровский район Донецка. По нему ВСУ выпустили 3 снаряда натовского калибра 155 мм. Об этом сообщили представители ДНР огня. Также это зафиксированы минометы обстрелы Горловки и Новобахмутовки. Минувшей ночью вооруженные силы Украины нанесли удары по заменам артиллерии Киевский и Кировский районы города. Обстрел велся с позиции ВСУ в районе Авдеевки. Также вечером накануне украинские вооруженные силы многократно обстреливали Горловки и Горловки. Погиб мирный житель, четверо получили украинские войска ночью выпустили 3 ракеты. Очередные санкции Евросоюза нелегитимны. Давить на Москву путешествий. Своим изобретением Захарова Евросоюз за видным упорством продолжает занять тупиковое положение. Представитель внешнего ведомства добавила, что в опубликованном по сути без визы Совет ЕС Светло, газ, воду, Санкции в попали 57 физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Сидин, глава Ростеха Сергей Чемезов. В ограниченном списке также попали актеры из группы Владимир Машков, кроме того, попал Сбербанка еще 8. Запуск «Северного потока-2» стал бы поражением Германии перед Россией, об этом заявил вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек. По его мнению, начало работы стало бы символом того, что Москва разрушила Европу и добилась своих целей. Это было бы поднятие в Германии и Европе, сказал Хабек. Он добавил, что ФРГ должна экономить энергоресурсы и найти альтернативность по существу газа. Северного потока-2 один из способов поставки российского газа в Европу. При этом он предупредил, что половина мощности этого газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление. Кроме того, по словам президента, если Россия будет турбину для Северного потока, то маршрут выкачивает только 30 миллионов кубометров газа в сутки вместо нынешних 60. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения обезьяны на маленькую девочку в Подмосковье. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону. Ранее полиция в статье причинения тяжкого вреда здоровью была осторожна. По данным следствия, должностные лица не проверили условия содержания диких животных в частном зоопарке, который организовала местная жительница на своем участке. Вчера обезьяна сбежала на соседний участок и напала на двухлетнего ребенка. В Москву возвращается тепло, в городе воздух прогреется до 26 градусов, давление будет еще теплее.